Всем большой привет! Ну вот, 1 февраля 2020 года вступил и начался новый совместный проект «Богатство и благополучие». Вышивая наших котов в совместном проекте «Мои любимые коты 2», я заметила, что как и в моей жизни, так и в жизни многих наших участниц стали происходить просто волшебные события с привлечением в жизнь котиков и вообще домашних животных. То есть наши вышивки каким-то образом немножко простимулировали материальную часть нашей жизни. И так родилась идея, уже потренировавшись, как говорится, на котах, сделать что-то более серьезное и улучшить нашу жизнь в материальном плане. Поэтому так родился наш совместный проект «Богатство и благополучие». Здесь нет каких-то ограничений, каждый выбирает для себя свой сюжет, тот сюжет, который будет отображать именно для вас ваше благополучие и ваше улучшение материальной стороны вашей жизни. Поэтому сюжеты абсолютно разнообразные, но здесь у нас полет фантазии абсолютно свободный. Наш совместный проект продлится до 1 сентября. Заявки еще принимаются, ну а сегодня мы посмотрим то, что у нас уже есть. Ну что, поехали! Мария Крупенина, наша постоянная участница во всех совместных проектах, будет вышивать оригинальный набор от фирмы Овен. Размер работы 30 на 25 сантиметров. Канва здесь 18 каунта белого цвета, но Мария сделала замену на серо-зеленую 18 каунта. Ниточки Bestex 26 цветов. Цветная схема. И как мы видим, вот такая вот подготовка. Алла Красноярская, тоже наша постоянная участница во всех наших совместных проектах, будет вышивать замечательный, великолепный и очень впечатляющий набор фирмы Panna «Мандала богатства». Размер 220 на 220 крестиков. Набор комплектуется Аида 16 каунта, но зашивка не полная, поэтому решила я заменить основу. Буквально вчера получила из шелковой нити Мурану. Буду вышивать через две нити переплетения, пишет Намала. И мы видим, какие красивые, сочные ниточки в этом наборе. Знаю, там много бэкстича. Будем с огромным удовольствием ждать первых продвижений. Корабль по фэншуй – символ богатства и удачи. Он должен буквально вплывать в квартиру, как плывут деньги в карман владельца такой картины вышивки. Так Ангелина Орлова приняла решение вышивать набор фирмы «Золотой руно» к дальним берегам. Набор входит канва «Свайгер» 16 каунта, ну и, конечно же, ниточки «Мадера». Будут также здесь участвовать и ниточки, которые светятся в темноте. Видно немножко на обложке, что вышивается луна и некоторые участки волны. Уже есть первое продвижение, небольшой старт выполнен, но а все остальное мы будем уже наблюдать, как отшивается работа в нашем совместном проекте. Желаем удачи! Вера Сбродова выбрала для нашего совместного проекта наборчик фирмы Joy Sunday с печатью на канве. Здесь 11 каунт, вышивается в 3 ниточки. Размер будет 77 на 56 сантиметров. Используется 45 цветов и здесь 6 листов схемы. Начало картины «Парящий орел» было положено в субботу 5 октября 2019 года. Есть первые продвижения, ну а всю остальную картину мы будем наблюдать уже в нашем совместном проекте. Виктория Румянцева, во-первых, в нашем совместном проекте будет вышивать наборчик от фирмы Риолис «Мышонок». Размер работы 15 на 18 сантиметров. Очень знаковая работа, тем более год у нас крыски. И вот такая вот мышка с монеткой. А во-вторых, у Виктории вышивается вот такой грандиозный дизайн от фирмы «Золотое руно» «Замок на воде». Размер 26 на 52 сантиметра. Вышивается на Аиде 14 каунта. Ниточки Мулены Мадера, 9 цветов. Работа была начата 5 июля 2019 года. Сделала меньше половины, и теперь Виктория хочет завершить эту работу вместе с нами. Мы, конечно же, с удовольствием понаблюдаем за процессом и будем вас поддерживать.
Татьяна Демкина вступает в наш совместный проект с наборчиком фирмы «Клубок желаний», элегантный гобелен. Вышивается на Аиде 14 каунта. Размер готовой работы будет 30 на 41 сантиметр. Здесь используется 45 цветов мулине. Техника выполнения: счетный крест, полукрест, обратный стежок, французские узелки, шов, петелька. Татьяна пишет, что по моему личному мнению здесь не ДМС, хотя заявлено, что есть ДМС. Нитки сухие и тонкие, по мне так больше на гамму похожи, но никак уж не ДМС. Выбирать не приходится, посмотрим, что получится. Ну а мы с удовольствием будем вас поддерживать и ждать первых продвижений. Татьяна Петрова пишет: «Надеюсь, этот домик от Лука С принесет мне исполнение желания». И будет Татьяна вышивать летний пейзаж 18 на 20 сантиметров, ниточки Анкор, канва Свайгард. Марина Филиппова, наша постоянная участница во всех совместных проектах, а также очень активная участница, также вступает с двумя работами. Пишет, что первая работа — это панна VS-485, используется здесь 37 цветов, вышивается на Аиде 14 каунта. Размер будущей работы 25 на 37 сантиметров. А еще Марина будет продолжать дизайн от фирмы РТО. Здесь полная зашивка, также на 14 Аиде. Размер работы 36 на 28 сантиметров. На данный момент вышита примерно 1/6 дизайна. Прекрасной работы, желаем удачи! Людмила Хараян вступает в наш совместный проект с двумя очень милыми, прекрасными наборчиками от фирмы Милхил. Это тыковка и подсолнух. Людмила немножко сомневалась в выборе дизайнов, но самое главное то, что дизайны отображают для вас достаток и благополучие. И Людмила подписала даже прямо на наборчике, что тыковка приносит богатство в дом. Желаем вам удачи! Светлана Кузнецова вступает в наш совместный проект с наборчиком фирмы «Жар Птица». Это оберег «Неразлучники». Вот такая замечательная, милая вещица на пластиковой основе должна получиться. Желаем удачи! Татьяна Муратова присоединяется к нам с оберегом «Богатство». Вот такую замечательную работу будет вышивать Татьяна, а мы с удовольствием будем наблюдать за ее ростом. Вот такая интересная работа будет вышиваться Ириной Серегиной. Это советские 50 рублей. Это разработка Ольги Евдокимовой. Ну и вы понимаете, здесь все в тему, вышивается на достаток. Очень интересная разработка. С большим интересом буду наблюдать за тем, как будет расти работа. Второй проект Ирины Серегиной – это также авторская разработка от Надежды Антоновой «Жизнь удалась». Здесь вышито уже наполовину, и Ирина надеется с нами довышивать эту работу. Я думаю, все получится. Здесь такая очень яркая и необычная работа. Все в тему. Удачи! Елена Канева заявляет сразу две работы. Во-первых, это сэмплер от Lilias Studio, B-Sampler, вот такие замечательные пчелочки. И вторая работа – это Dimensions, бабочки, бамбук на тонированной основе. Размер готовой работы 20 на 36 сантиметров. Обе работы с нуля, и вот такая вот у нас хорошенькая подготовка. Юлия Переплетчикова будет вышивать набор от фирмы РТО под названием «Коронованные плоды». Дизайн разработан по мотивам картины Марии Павловой. Здесь мулине ДМС, основа 14 каунта. Размер готовой работы 35 на 35 сантиметров. Пишет нам Юля, что очень волнуется, потому что впервые будет вышивать две работы одновременно. Впервые знакомится с ниточками ДМС, а также с наборами фирмы РТО. Юля, не волнуйтесь, мы вас научим вышивать и побольше работ одновременно. Желаю вам удачи! Илона, канал Хвостатики, во-первых, заявляет работу «Виноград». Это оригинальный набор «Риолис» 1455. Вышивка акриловыми ниточками. Используется 24 цвета и вышивается на 14 аиде бежевого цвета.
Вторая набора – это наборчик фирмы Classic Dazing 4353 «Маяк». В наборе входит AIDA 14 аккаунта белого цвета и 30 цветов ниточек Moulinette DMS. Возможно, изменю основу на более мелкий каунт. Но подробности вы можете зайти и посмотреть на канале у Илоны, ссылочка в инфобоксе. Дом и дерево символизируют человека и его путь к духовным высотам, плодородию, процветанию и изобилию. Кошка, петух и ангелы сопровождают и помогают. Так Лариса Киселева выбрала набор фирмы Панна. Это оберег домашнего очага. Размер работы 30 на 30 сантиметров. Начинается с нуля, и перед вами подготовка. Дарья Ибрагимова будет вышивать наборчик от фирмы MP Studio на Василье. Размер 30 на 20 сантиметров. В наборе Moulinette Gamma, AIDA 18 каунта, цветная схема. Для данного СП выбрала эту работу как символ семейного благополучия, так как изображена пара птиц возле нового жилища. Елизавета Хлюстова выбрала авторскую схему Натальи Черепановой «Аквариум» по рисункам Алексея Долотова. Размер 300 на 225 крестиков. Канва используется Belfast 32 аккаунта. Размер готовой работы примерно 48 на 36 сантиметров. Используется 52 цвета, 6 блендов, ниточки СХС. В дом все хорошее и побольше для всех, желает всем Елизавета. Ну и мы видим, какая подготовка, сколько много ярких, сочных ниточек. Желаем вам удачи! Ирина Соколовская выбрала наборчик фирмы «Золотое руно» «Алые паруса». Размер готовой работы будет 38 на 26 сантиметров. Используются ниточки Мадейра. Мы видим, какая красивая палитра у цветов. Ну а также Ирина обзавелась помощником, чтобы вышивка шла побыстрее. Ну и мой дизайн, в каком-то смысле это долгострой. Я очень давно приобрела набор от Надежды Антоновой на сайте Вышивай.ру. Называется работа «В поисках золота 2». Размер 230 на 358 крестиков. Используется 36 цветов. Палитра, в общем, небольшая. Работа должна получиться вот такая интересная, очень реалистичная. Давно я мечтала ее вышить, но никак не хватало у меня сил. Надеюсь, вместе с вами теперь обязательно все получится. Ну вот, наш СП уже начался. Мы приступаем, вышиваем наши работы. Отчитываемся один раз в месяц по первое число. То есть первый отчет у нас будет теперь 1 марта. Добавлять будем фотографии в альбом, где мы делали заявочку, под нашей заявкой в комментариях. Так, чтобы у нас сохранялась вся история наших отшивов. Ну и чтобы мы не путались с большим количеством новых альбомов. Ссылочка будет в инфобоксе, поэтому переходите, смотрите, добавляйте. Ну а также зрители могут перейти по ссылке и поддержать того или иного участника или всех участников. Поддерживайте, пишите комментарии, ставьте лайки. Я желаю всем шустрой иголочки, быстрых отшивов, ну и, конечно же, очень много хорошего настроения. До новых встреч, пока!